ему уйти! Кто первый поймает беглеца, тому сдохнуть золото! Стой! Если сейчас сдашься, мы не будем отрезать тебе мизинец! Ух ты, я начал бегать, как хотела! Танечка! Я так просто не возьмешь! Я крепкий орешек! Я же с женой новогоднюю распродажу прошел! Свобода узка, а не близко. Свобода! 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 Ушел. Все, он больше не наш. Раб Александр Сергеев. Изменение статуса. Свободен. Ничего. У них рождаются еще отпрыски. Жены капают на мозги, и они возвращаются. Свобода, свобода, свобода! Саш, ну хватит орать. Мы ипотеку выплатили. Ну просто ты так орешь свободу, можно подумать, что мы твое освобождение празднуем. Конечно. Тут такое сравнение неуместно. Ипотеку за хорошее поведение раньше срока не закроют. Так, друзья, много-много разговариваю. Угощайтесь, прошу. Все-все за мой счет. Хамон, пармезан, так сказать, санкционочка. Сынок, а не круто ли ты взялся угощать? Или ты под эту поляну новую ипотеку взял, а? Все, Сильвестр, хватит подкалывать. Саша, Даня, вы большие молодцы. Вы завершили важное дело. Если честно, положа руку тебе на плечо, я могу сказать, сынок, я очень горжусь тобой. Давайте выпьем за вас. Свободные вы мои, крепостные. Ляшка, слово ипотека не запоминай. Я тебе от него оберег купил. Ну, возвиженки пятикомнатные. Вы знаете, я виновника торжества на пару минут украду у вас. Да. Да? Поговорим, так сказать, как владелец недвижимости с владельцем недвижимости. Нет, Сашка! Эх, ипотеку выплатил, а? Я в твои годы... Хотя нет. Я в твои годы уже компанию имел, да. Ну что, за тебя! Сергеевы не сдаются, да? Больше минуты меня трезвый уже хвалишь. Говори сразу, чего нужно. Эй, мой сын! Устал я, Сашка. У меня же дочь, внук растет. Хочется больше времени бывать с ними. В олигархах я свой срок отмотал. Эх, Сашка, я ж ведь даже вон управляющего в компанию нанял. Ну, хорошо, что управляющего в компанию нанял, а не в семью. Вроде хороший парень. Знаю, делает все, что я не скажу, не думая. Что вы хотели, Сильвестр Андреевич? Принеси мне муху. Большую? Идите, Андрей, идите! Короче, сынок, извини. Я ведь считал, что ты неправильно живешь. А теперь вижу, что передо мной взрослый, самостоятельный мужчина. Давай, Сашенька, за тебя и выпьем. За нового хозяина империи. Сынок, ты всем все доказал и спокойно можешь теперь управлять компанией. Я как бы не планировал управлять. Еще когда в универ 10 лет назад поступал, я тебе сказал, я не хочу заниматься твоим бизнесом. У меня вот работа есть, карьера. Саша, ну какая работа? Ну сидеть в офисе и кресло вдавливать. Ты... Понимаешь, я взрослый, самостоятельный человек. И карьеру я буду строить самостоятельно. Взрослый, самостоятельный человек, да? Тогда я передам весь бизнес Андрюше. Он и муху поймает, и бизнес поднимет. Передавай. Тебе понравился наш секс на подоконнике? Вообще-то понравился, и я бы даже повторил.
Тогда надо поехать и купить новые плотные занавески. А то нашим соседям он тоже понравился. Попадос. Саш, а я вот часто в интернете вижу подписи «Попа Орех». Это как? Ну, это когда такая, знаешь, ну, как бы докачанная, упругая, крепкая, ну, как орех такая. И что, приятно такую трогать? Тань, я откуда знаю, я тебя не изменял. Ну, правда. Я говорю, в смысле, ну, как твоя имел в виду. Так, что тут у нас сегодня? Понятно, кто у меня еду все время таскает. Не я. Я просто в столовой не успел поесть, а я больше не буду. Извини, я все верну. Таня, а это чего сейчас такое было? Ну ты же завтра машину берешь? Да. Вот чтобы точно не забыл мусор выбросить. Мы с папой так часто ссорились и мирились, что совершенно не запоминали такие моменты. Без них было даже как-то скучно. И каждый раз папа рад был меня видеть. А, ну вот авария, Алешка, ну что ж такое? Номера снимай, давай звонить начальнику ГИБДД. Привет, сын! Папа, извини, что не поздоровался, когда забежал. Просто Танька учится суши делать. Унаги маки с черносливом. Но это все равно лучше, чем ее роллы с гречкой. Ну как, отдохнули? Удалось с дедушкой-то на выходных поиграть? Да мы только прилетели. Откуда прилетели? Вы же вроде в футбол собирались играть. Вот, с Уэмбли прилетели с тренировки сборной Англии по футболу. Молодцы. У меня же теперь времени много. Андрюша бизнесом занимается, а я детьми. Сильвестр Андреевич. Да. Можете кое-что подписать? Это правда срочно. Спасибо. Идите, Андрей. Пап, ты же даже не посмотрел, что подписал. А что там подписывать? Там же контракт на 2 миллиона, а я меньше, чем на 5 не вчитываюсь. Рублей, я надеюсь. Долларов, Саша, долларов! Пап, но все-таки документы надо как-то, ну, хотя бы посмотреть. Зачем? Ты же от бизнеса отказался. Вот я с этим очкариком и работаю, а у нас такая схема работы. Понятно. Ну, хорошо, как знаешь, я не вмешиваюсь. Да, Саша, че ты переживаешь? Чем он мне может угрожать? Листком бумаги порежет? Джеки Чан, что ли? Смешно. Ладно, пойду в машину, установлю кресло и вернусь за Лехой. Хорошо-то как! Ой! Вы с ума сошли? Забыли, где находитесь? Немедленно прекратите! Да одна я тут, не волнуйтесь. 10 минут вас звала, вы не подходите. 42-й размер принесите, пожалуйста. Да, конечно. Мы с Лёшкой выезжаем, скоро будем. Нет, суши не буду, я у папы поел. Ага. Да блин, что? О, Гена, слушай, где у вас самый дальний туалет, в который долго никто заходить не будет? Это мой любимый. До конца по коридору, перед лестницей направо. Понял. Давай. Алло. Да, это я. Документы в сейфе. Сергей все подписал. Да, подписал, не глядя. Можете его брать. Присаживайся, с
Сейчас я свой дневник спрячу. Таня, тебе не кажется, что так он его легко найдет? Так я его для Саши и веду. Ты думаешь, почему он всегда с подарками угадывает? И в постели у нас все идеально. Папа, ты в опасности. Если унитаз забился, сантехника вызовем. Нет, Андрей не тот, за кого себя выдает. Трансвестит, что ли? Не совсем. Гена, ну не дави ты так сильно, а? Он же посинел весь, страшно. Да не во что будет заворачивать. Вот говорил Еве, ковры надо, а на парке, парке. Ты никуда не звонил. Вот, посмотрите мой телефон. Чисто. Да я тоже историю подчищаю для Таньки. Иногда. Пап, посмотри в сейфе, пожалуйста. Андрюша, если там что-то найдется, то Гена тебя самого в сейф посадит. Понял? Да никуда я не лазил. Я даже код не знаю. Ну да. Отвернулись. Пап, ты серьезно, что ли? Смотри, очкарик. У меня в соседней комнате такой большой ковер есть. Такой большой. Ну, что там? Есть один документик, Саша. А-а-а. Называется этот документик «Неловкая ситуация». Потому что ты его сюда подложил, а? Извини, очкарик. Скажи мне, пожалуйста, а чем тебя сегодня Таня кормила, а? Суши с черносливом или грибами? Какие-то галлюцинации начинаются. Да ну я же слышал, сам слышал. Ай, наговариваешь ты на человека. Грех это. Он же грозы боится. А сейчас вообще чуть не отъехал. Да ну было же, было. Видишь, ничего нету. Все, давай, езжай на работу, Шерлок Холмс замкадный. Гена, проводи его на всякий пожарный. Давай, 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 ну, давай. Ну скажи же. Пойдем, Саша. У всех свои традиции. Новый год в кругу семьи, на крещение купаться в проруби. А у папы была своя традиция. Последние 10 лет раз в год к нему приходил один и тот же следователь и проводил обыск. О, майор! Спасибо, что навещаете старика. Еще говорят, что государство забывает своих пенсионеров. В рот! Лестник новая. А вы все шутите, да, Сильвестр Андреевич? А вы все ищете. А вы все шутите. Ой, как вам не надоест. Уже 10-й год, играем в один и тот же квест, а вы ни разу не выиграли, а? Так, постановление имеется. Обязан, так сказать, провести ряд оперативных, действий. Глядишь, может, чего и найдем. О. Яна, Вальдемар, убери банки. Найдете. Фура в костюме, позвони Андрею, пускай проконтролирует. Вместе с Индиана Джонсом поищут сокровища. А мне пора. Андрей не отвечает. В смысле? Моя тень гуляет без меня? Я не знаю, может, заболел или телефон потерял. Ему легче умереть. Это самое маленькое наказание за такое опоздание. Ладно, проведу экскурсию сам. Welcome, майор. А я костюмчик переодену. Проконтролируй. Кругом! Добро пожаловать на считальный зал! Только там в бумажках цифры девятизначные, поэтому аккуратней, слюной не запачкайте. Слушай, слабопогонный, если ты это яичко сломаешь, то Гена тебе твои сломает. Вот это да! Винраунд! Винраунд! Чего? Простите, забыл про ваш возраст. Сектор приз на барабане. Кстати, никогда не думал, что вы из-за 2 миллионов садиться будете. Майор, ты что-то съел с утра не то, а? Бредишь? А вот это что? А? Это какая-то ошибка. Как вы сказали? Ошибка. Ошибка.
А давайте-ка мы сейчас вместе попробуем эту ошибку отыскать. Так, слово «обналичивая» написано правильно. 2 миллиона тоже верно. Итоговая оценка. Мошенничество в особо крупном размере. Статья 159, часть какая? Третья. Фух. Я 10 лет репетировал. Лейтенант, оформляйте. Подожди, дуболом. Здесь с умом разбираться надо. Послушай, майор, это не мое. Ну, Сильвестр Андреевич, ну, дорогой мой человечек, ну, подпись-то в документе ваша стоит. Я же ее за 10 лет как свою выучил. А как она туда попала? Ай. Спасибо. Срочно звони ее. Кому? Йоси Йосифовичу, адвокату моему, быстро. Стоять. Так. На-ка, сфотографируй. Повешу дома между фоткой, где я со Светром и где с Кабаном. Улыбайтесь, Сильвестр Андреевич, улыбайтесь. Идет? Папа, как ты? Как дела? Как? У собаки. Злой, как собака, голодный, как собака. Еще на привязи, а? Тихо. Садись, давай, садись. Выпей вот своей валерьяночки любимой. Спасибо. Как ты ее через охрану-то пронес, эту фляжку? Способ знать надо. Ты что, ее там? Сильвестр Андреевич, вы чего? Я охраннику взятку дал. Гена. Какая гнида меня подставила, а? Да это все Андрей. Он через вашу фирму деньги прогнал, а потом обналичил в банке однодневки. Я сразу на этого прыща и подумал. Ничего, мы его найдем, этого прыща, и выдавим. А хирурги будут играть в новую игру. Найди целую косточку. Да. А я его на все континенты отправлю путешествовать. Конечно. На все континенты одновременно этого туриста. Хорошо. Подожди, Гера. А как документы оказались в сейфе? Код же только я знал. Я думаю, что Андрей хотел... Нет такого имени, больше на земле нет такого имени! Да. Я думаю, что эта гнида с пока еще целыми ребрами знала о проверке. А код ему Сашин приезд помог выявить. Он придумал этот трюк с Сашей звонком. На самом деле он никому не звонил. Алло! Да, это я. Документы в сейфе. Сергей все подписал. Да, подписал, не глядя. Таким образом, вынудил вас при нем ввести код сейфа и снял его на телефон. Потом ночью он положил туда подписанный вами документ. Потом улетел в Монголию, обналичил деньги, ну и в Шанхае его след теряется. Ха, вот тварь, а. Даже моей схемой побега из страны воспользовался. Да, я знал, что я слышал тогда этот разговор. Вот зря ты ему доверял, папа, зря. Что? Да если бы не ты, сынок, строил из себя не самостоятельность, а спокойно вел мой бизнес, мне бы не пришлось приглашать никаких Андреев. Значит так, пока я здесь кантуюсь... Тут суток не прошло, уже столько мусора поднабрался. Значит, пока я жду суда, ты будешь вести мой бизнес. Все. Нет, пап, подожди. Мы так не договаривались. Мы договорились, что у меня своя жизнь, у тебя своя. Все. Какая жизнь, Саша? Шахматы резать и чефир настаивать. А, пап, ну ты как-то ведь раньше выкручивался из этих ситуаций. Ну и сейчас как-то выкручивался. Саша, прошли те времена. Это были 90-е, когда прокурор закрывал дело с кляпом во рту и бензопилой между ног. Сын, я тебя умоляю, помоги отцу. Иначе эти Андреи все растащат. Пора. Ой, какой хорошенький. А где его папа? Не знаю, он не отчитывается. Так ты одна воспитываешь. Мать-одиночка. Угу. Но только ради ребенка. Угу. Держи. Отца у нас нет, машины тоже нет. Ну, сами понимаете, мать-одиночка. Давайте. Так. Билет тяните.
просто нужно ребеночка покормить. Грудью. Если вы никому не расскажете, вам я и так поставлю. Да? Конечно, я никому не расскажу. Только в зачетке распишитесь, ладно? Раз в полгода у Кати начиналась сессия. А у меня паника из-за того, что она может ее не сдать. Что она там так долго, а? Может, увидели, что списывает? У нее же на ногах форма больше, чем в учебнике. Ой, ну не нагнетай ты так. У меня от волнения у самой сейчас молоко пропадет. Идет, идет. Привет. Привет. Что-то мало радости в твоем привет. Только не говори, что не сдала. Хорошо, не буду. Пойдем. Как так, а? Ну, сегодня ты экзамен завалила, завтра ты диплом не получишь, а потом что? Да не начинай, а вот каждый раз в конце этих всех твоих рассуждений я в тюрьме оказываюсь. А что я могу поделать, если ты перед экзаменом красишься дольше, чем к нему готовишься? Знаешь что? Я хотела тебе подарок сделать, но ты не заслужила. Тань, ну давай сегодня купим подарок, я же потом все равно когда-нибудь сдам. Наверное. Вот когда пересдашь, тогда и поговорим. Ладно. Кать, зачетка! А ты тренируйся. Угу. Если не пересдашь, может, всю жизнь придется что-нибудь сторожить. Так, хватит болтать. Я Шурику подгузник поменяла. У нас с тобой есть 40 минут, и время пошло. Так, секундочку, сейчас все переведу. Что-то зависло, не грузится дальше. Давайте я потом этому Семенову на подарок переведу, как заработать. Сергеев, ты из меня деда-то не делай. Отключаем авиарежим и переводим, как и все, 500 рублей. Молодец. Да, Тань? Саш, привет. Слушай, ты мне как-то рассказывала, что у вас на работе в туалете прикольно сделано. Бачок от унитаза в стенку вмонтирован. Можешь мне фотку прислать? Блин, Тань, я занят. Тебе прямо сейчас это надо? Ну да, просто я в магазине. Я бы сейчас посмотрела, сколько это стоит. Ладно, сейчас, подожди. Получила фотки? Нравится? В смысле маленький? Тань, да нормальный он. Все, я перефотографировать не буду. Сашенька, ты что-то не улыбаешься. Если ты погремушка, уже дождь вызвала. Шумакова, вы что, меня преследуете? Ну, я правда не могу придумать вопрос, который хотя бы вас на тройку вытянул. Да нет, Марина Леонидовна, я здесь просто с ребенком гуляю. Ой, какой хорошенький. А гукаешь, малыш, да? Ну, прям как ты сегодня на экзамене, Шумакова? Я просто перенервничала. Я всю ночь не могла уснуть. Да, понимаю. С ребенком учиться трудно. Сама на четвертом курсе родила. В одной руке учебник, в другой грязные пеленки. И не знаешь, от чего тебя больше тошнит. Да я бы с удовольствием подгузники меняла. Но диплом нужен, сами понимаете. Так, держи мою методичку. Там все для экзамена есть. Ой, спасибо, Марина Леонидовна. Сейчас тетю с подругой дождусь, они заберут ребенка, и я сразу готовиться побегу. Тетю? А где его папа? Не знаю, он меня отчитывается. Так ты одна воспитываешь? Мать-одиночка, да? Угу. Понятно. Влюбилась в козла, бедняжка, да? А он травку общипал и убежал? Ага. Ну что ж ты мне раньше-то не сказала? А я тут с экзаменом к тебе. Так, зачетка с собой? Ну да. Давай сюда. А зачем? В рамку повешу над столом. Экзамен тебе поставлю. Надеюсь, твоя сообразительность ребенку не передалась? Спасибо, Марина Леонидовна. Шумакова, но только ради ребенка. Угу. Офигеть.
Так, а что такая веселая? Пост о том, что не сдала кучу лайков, собрал? Я только что преподавательницу встретила и пересдала здесь экзамен сама. Смотри. На отлично? Ага. А ведомость как она тебе поставила? Ты же не на дворника учишься, чтобы на улице экзамены сдавать. Тань, вот так и скажи, что ты просто не хочешь мне подарок покупать. Ну ладно. Пойдем, отличница. Только по деньгам я рассчитывала, что ты на 3 сдашь. Ну вот, эти тоже сломаны. Но не могу я 58 весить. Таня, это уже 3 весы подряд из разных магазинов. Ну не могут же быть они все сломаны. Может, дело не в них? Ну, сама попробую. Нет, эти точно сломаны. Пойдем другие посмотрим. В этом году в конкурсе глиняных поделок никто не победил. Вы в следующий раз договариваетесь, кто какие фигурки покупать будет. Ну или хотя бы не в ближайшем к садику магазине. Танюш, слушай, нажми на кнопочку, а? У тебя рука счастливая. Я уже 4 раздачи проиграл. Ну, давай. О, смотри, действительно счастливая. Саш, я тебя просила ножи наточить. Ты сделал? Лучше. Купил новые, керамические. Они вообще не тупятся. А? Слушай, у меня там на сапожках каблук отвалился. Может... Так, неси сюда, сейчас подклеим. Тань, вообще маска с орехами и изюмом даже полезнее для кожи лица. Может, не надо их оттуда выковыривать? А может, не надо было шоколадку по акции покупать вместо той, которую я просила? Но ты же так хотел себе на пиво сэкономить. Давай, выковыривай. Доброе утро, Сашуль. Доброе утро, Танюша. Ух ты. Еще 5 минут до будильника. Может быть, начнем утро с чего-нибудь приятного? Ну, давай. Опа. А что у меня есть? Да ты развратник. Да. Опа. Сергеев! Сергеев, ты куда? Танюша, я в душ, мне нельзя опаздывать на работу. Я быстро, правда. Сергеев! Катя, как и большинство студентов, готовилась к экзамену не в течение семестра, а прямо во время сессии. Мне иногда кажется, что мы на лекциях одно проходим, а на экзамене вообще совершенно другое спрашивают. Поешь, а то твои энергетики скоро из носа на учебник капать начнут. Потом. Блин, мне конец. Я даже шпоры написать не успею. Хотя у меня на одних штанах столько карманов даже нет. Кать, кому-то это вообще придумать и написать пришлось. А тебе только запомнить нужно. Учи. Другого способа сдать у тебя нет. Так ты одна воспитываешь. Мать-одиночка, да? Угу. Но только ради ребенка. Угу. Держи. А это идея. Как же я могла успеть подготовиться к экзамену, если совсем одна воспитываю маленького ребенка? Танюш? Да ничего я не пялюсь, что ты придумываешь. Просто стою, делаю упражнение, сейчас вот на дорожку иду. Конечно. Алло, Миш? Слушай, я что сказать хотел? А вы почему у нас никак эту видеоняню-то не заберете, а? Качество отличное. Вам сейчас нужнее. Просто все очень четко показывает, да? Я ж бесплатно отдаю. А
Доброе утро. Татьяна? Да, а как вы узнали? Паспорт посмотрел. А откуда у вас мой паспорт? Кошелек, сумка. Больше не забывайте. Спасибо. Вообще-то неудобно так есть. Зато никто не пялится и знакомиться не подходит. Так, давай, закрывай свое углеводное окно и будем дальше тренироваться. Вячеслав Григорьевич, простите, пожалуйста, я хотел у вас сегодня пораньше отпроситься. Просто у меня... Таля ключи забыла и дверь открыть не может. Да, а вы откуда знаете? Ну, в твоем блокноте на сегодняшнее число именно такая отмазка записана. Кстати, здорово придумал, но чтобы не повторяться. И в пятницу Танину маму в аэропорту встретить тоже нельзя будет. Ты бы хоть закрывал его, когда на столе оставляешь. Ну так, для приличия. Лен, привет. Не хотите с Мишей вдвоем в кино сходить? Я 2 лишних билета купила случайно. Конечно. Сходим. А Сашеньку мы оставим продавцу попкорна. Так я могу с ним посидеть. Ну, или даже могу погулять, ну, где-нибудь недалеко. Можно даже возле института. С чего это вдруг? Обычно парни не ведутся на девушек с детьми. Ну, я не знаю, я просто помочь хотела. Ты же сама Таня недавно жаловалась, что последний раз отдыхала, когда ходила в аптеку за успокоительными. Кать, обычно ты моего Сашеньку стороной обходишь, а сейчас сюсюкаешься, как будто это мы с тобой вдвоем угрожали. Либо ты мне сейчас объясняешь, в чем дело, либо я прямо сейчас звоню Тане. Нет, не надо. Не надо, пожалуйста. Просто мне очень нужна Сашенькина помощь на экзамене. Прости, мы пока только Колобка читаем, учебник по экономике у нас как раз после него. Так что через неделю заходи. Лиль, просто мне нужно, чтобы преподаватель подумал, что я мать-одиночка и просто так поставил, понимаешь? Лиль, ну дай хотя бы на час, ну, пожалуйста. Лиль, держи. Ой. Вот, вроде все для Лешкиного утренника купила. Ага. Где сам Лешка? Блин, я так и знала, что что-то забыла. Катя! Ну что, Лёх, поиграем мяч? Да. Давай, беги за ним, вон он на дороге валяется. Ага. Ага. Ну что? Если бы Сашенька мог позвонить в МЧС, я бы подумала. А так нет. Лена, пожалуйста. Я думаю, от этого стипендия зависит. Лена, ну хочешь, я тебе 10% буду отдавать? Ты что, предлагаешь мне моего ребенка тебе за 300 рублей продать? Нет, за 500. Так, Саша идет спать, ты идешь в институт. Разговор у нас закончен. Ну, раз Сашенька спит, значит, коляска вам не нужна. А мне и ее хватит. А пока готовится ваш заказ, можете рисовать. Специально для этого у нас на столах есть листочки и карандаши. Хорошо, спасибо. Танечка, ты молодец. Хорошо придумала. Теперь и детям есть чем заняться, и родители отвлекутся. Да. А еще мне весь вечер Лешке в садик рисовать ничего не придется. Я со всех столов лучший рисунок выберу и завтра в садик отнесу. Саня, блин, ну ты что по своим-то стреляешь, а? Так. Первого союзника вычислили. Сейчас весь отряд найдем, который в рабочее время фигней занимается. Извините, мы опоздали, просто ребеночка оставить не с кем было. Отца у нас нет, машины тоже нет, ну сами понимаете, мать-одиночка. А еще, представляете, в метро коляску толпой 2 раза чуть не унесло. Ничего страшного, опоздали и опоздали. С кем не бывает. Давайте! А, да, сейчас.
Билет тяните. Билет? В смысле, Билет в смысле билет. Чего вы так удивляетесь? Или как-то еще можете свои знания продемонстрировать? Билет 4. Ладно, ничего. Пойду готовиться к экзамену рядом со своим маленьким ребеночком. Костиком. Ой, какой хорошенький котенок. Нравится, Алешка? Да. Ну вот, 300 рублей. Чего? Там так, на зоопарк. Какой еще зоопарк? Ну, какой обыкновенный. Вон, у меня даже черепашка есть. Хочешь погладить? Настоящая. Пока. Сергей, а ты что, домой не идешь? Последний в офисе остался. Да я немножко еще это поработаю. У меня тут документы надо дооформить. Не люблю уходить домой, когда работа не окончена. Да? Ну ладно. До завтра. До завтра. Да, Таня. Ну что там? Сейчас посмотрю. Пока не высохли, думаю, еще минут 15 осталось. Тань, в следующий раз закрывай, пожалуйста, контейнер супом получше. Шумакова, ну вы готовы уже отвечать? Или вы ждете, когда ваш ребенок вырастет и вам подскажет? Да нет, мне на самом деле совсем чуть-чуть осталось. В общем, терять мне было нечего. И я решила воспользоваться последним вариантом. Илья Николаевич, а вы не могли бы отвернуться, пожалуйста? Знаете, Шумакова, так нагло у меня еще никто не списывал. Да нет, мне просто нужно ребеночка покормить. Грудью. Чего? Какой грудью? Вы вообще тут макроэкономику сдаете? Это не может как-то подождать? Нет, он же маленький, ему каждые полтора часа нужно. Вы только не волнуйтесь, это вообще недолго. О, Господи. Слушайте, это, конечно, не в моих правилах, но если вы никому не расскажете, вам я и так поставлю. Да, конечно, я никому не расскажу. А только зачетки распишитесь, ладно? Простите. Фу ты! Шумакова, у вас с головой все в порядке? Простите, давайте я вам помогу. Спасибо. А вот теперь вы будете пересдавать без билетов и по всей программе. У меня фантазии тоже хорошо работают. Ну, я тогда пойду. Держите. И коляску заберите. Или вы уже всю сессию, кроме моего предмета, закрыли. Кстати, этот медведь с функцией записи. Вы можете наговорить на него все, что захотите, он будет повторять. Да, я знаю. Вот сюда нажимаете? Да не надо, пока... Танюш, я так скучал. Хочу скорее помять твои нежные булочки. Просто пробейте его, пожалуйста. С вас 4300. Спасибо. Ты опять Лёшке планшет давал? Нет. Мы же договаривались не давать ему. Тогда почему он это делает? Может, ремня ему всыпать? Может, тебе ремня всыпать? Серьезно? Ты потратил в игре 2000 рублей? Тань, я постоянно проигрывал. Мне просто необходимы уже были какие-то улучшения. То есть эльфу ты сапоги купил, а мне нет? Так я еще по дешевке взял. Они так-то вообще 5 стоят. А я купил ему меховой жилет, и мне еще скидку дали на сапоги до конца месяца. То есть ты ему еще и шубу купил? Ну вот пусть тогда твой эльф тебе есть и готовит. Миш, да не дадут тебе кредит.
Ты же даже не работаешь официально. Уже работаю. Я зарегистрировался как самозанятый гражданин. Это что такое? Тема новая. Теперь регистрируешься в приложении, вводишь свои паспортные данные, и все твои доходы становятся официальными. Белая зарплата, 4% налог платишь, и все. Короче, все то же самое, что у тебя, только за опоздание никто мозг не парит. Прикольно. Тогда что такой грустный? Ну так раньше мне в кредитах отказывали, а теперь получить его проще, чем тебе. Мишенька, а давай кроме мебели в детскую еще плазму и робота-пылесоса в кредит возьмем? Ну, да, конечно. Да? Угу. Поздравляю. Ух, у вас, кстати, точнее, не кстати, лифт в доме сломался. Да не переживайте, это еще до меня. Я сама на 8-й этаж коляску с продуктами дотащила. Ну, ты же хотела побыть матерью-одиночкой. Ага. Вот, полное погружение в 3D. Слишком резкое погружение. Я чуть в пеленках не утонула. Ладно, пострадала, теперь давай неси свои билеты. Будем вместе разбираться, где непонятно. Угу. А в перерывах я научу тебя ребенка пеленать. Ты же сама скоро мамой станешь. Так никаких скоро. Сначала билеты. Блин, весь костюм мне своей задницей помял. Дай поправлю. Нагнись. А я говорил, на заднем сиденье было бы удобней. У тебя духи какие-то интересные. Маникюр? Ты хоть на человека стал похож? На видео обляпай, все будет как раньше. Давай, дурака из меня не делай, ладно? Духи, маникюр, на Роллс-Ройс тебя катают. Я все про тебя знаю. Не хотел бы афишировать, и сами понимаете, как ребята отреагируют. Саша, прошу тебя только об одном. Встречайся с этим своим большим другом не в рабочее время. Можем ко мне в кабинет подняться. После того, как папа попал в тюрьму, мне пришлось разрываться между двух работ – обычного офисного менеджера и исполняющего обязанности руководителя крупного холдинга. Естественно, проводить сделки на 1,5 миллиарда в поношенном костюме менеджера было нельзя. Нет, ну я считаю, что пиджак-то можно оставить. Пиджак вполне приличный. Попробуйте, застегните. Ладно. О, нет, пусть гель сначала досохнет. А мне вот эти понравились. Очень вкусный аромат и такой, знаешь, свежий. А еще к ним в подарок крем увлажняющий. Да? Просто совпало. Ну, это уже лишнее. Это правда, перебор. Но появляться в офисе в костюме дороже, чем у начальника и всех сотрудников вместе взятых, было нельзя. Блин! Поэтому приходилось выкручиваться. Если я опоздаю, меня комар в этом же костюме и похоронит. Беги давай, мы сами его заберем. Кнопка, Всеволод Григорьевич. Ой! Извини. А вас? Да. Спасибо. А я просто задумался, как тебя за опоздание наказать, и случайно наказал. Вячеслав Григорьевич, если вы думаете, что я пьяный, я могу до носа пальцем дотронуться. Да нет, Сергей, когда ты пьяный, я за минуту до твоего прихода чувствую. А тут у тебя духи какие-то интересные. Да нет, какие духи, это вы просто... Я дезодорантом самым обычным напшикался много просто. Вот он, кажется. Маникюр? А не жалко будет грызть в очереди к микроволновке? Это у меня Танька. Когда нервничает, начинает ногти красить. Вот вчера своих пальцев не хватило, на мои перешла. Да? Да ладно, Сергей. Ты не стесняйся, тебе идет. Ты хоть на человека стал похож? Да, ну, конечно, скажете тоже. Сейчас, вон, на обеде обляпаюсь, все будет как раньше. Ты
Лер, привет. Привет. Слушай, я прическу в фильме увидела. Мне очень понравилось. Можешь такую же сделать? Ну-ка. Тут фильм на паузе, мы с мужем вчера смотрели, а нормальную фотографию я не нашла. Сделаешь? Так. А лучше я завтра зайду. Давай. Надеюсь, вам понравилось наше пробное занятие? Очень. Очень. Тогда предлагаю приобрести абонемент. У нас сейчас действует акция при покупке годового абонемента, скидка на второй 35%. Спасибо, мы еще подумаем. Хорошо. Таня, может, на этом зале остановимся? Зачем? В нашем районе еще много залов, где есть бесплатные пробные занятия. Успеем выбрать. Мальчик, извините, пожалуйста. Костян, пойдем кофейку попьем. Есть кое-что рассказать. Пойдем. Пойдем. Опа, тьфу ты. Так, давай я эту подержу, а ты новую вставь. Опа! Вот. О чем ты хотел поговорить? Да, так, там это... Потом, короче, сейчас работы много. Мог бы просто сказать, что бутылку поднять не можешь. Ты бы не пошел. Когда ты уже сам научишься застегиваться? Ирина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как вам? Понравился наш рисунок? Конечно. Я так понимаю, Леша очень любит слоников? Леша очень любит слоников. А плюсик, это, я так понимаю, хорошая отметка? Нет. Это чтобы вы его в третий раз не приносили. Брокколи закончились. Как закончились? Вот так закончились, Танечка. Мы вообще-то неделю их едим, неделю. Там только пачка от брокколи была, а в ней пельмени лежали. Я от тебя их прятала, просто сегодня диета закончилась. Попросила не отвлекать. Что у вас случилось? Леха разбил тарелку. Я его спросил, как это произошло. Он показал на другой. Смотри! Что это? Бутерброд. Красиво. Ну, где ж ты зеленые бутерброды видел? У меня под диваном. Так. Сергеев, а ну иди сюда. Никогда не думал, что буду отпрашиваться с одной работы на другую. Но, к счастью, прямо напротив моего офиса есть несколько дорогих ресторанов, в которые не стыдно было привести папиных партнеров. Да, Александр, на такую авантюру меня уговорил. Даже у жены... Столько денег из меня вытаскивать не получается. Очень, очень рад. Ну что же, будем знакомы и на связи. Менеджер страховой компании? Шутка. Друзья прикалываются, сделали вот... Ну, смешно же. Сын Сильвестра Сергеева, менеджер страховой компании. Ну, не надо. Не надо стесняться, Александр. Все мы где-то как-то денюжки отмываем. Так, ну, а вот и я. Рад знакомству. До встречи. Взаимно, до встречи. Еще пару таких сделок, и папа будет сидя зарабатывать больше, чем на воле. Ну, Гена, ну. Очень рад, что нам с вами удалось договориться. Застрахуем весь Норильск. Да. Oh!
Ну ты что такой кислый? Мы только что такую сделку провернули, а? Или это у тебя лицо от радости так свело? А? Я на работе. Ладно, давай так, пойдем, садись. Ты будешь пробовать блюдо и шампанское, чтобы меня не отравили. Официант! Официант! Будьте добры, два меню и винную карту. Да. Да, конечно, мчусь. Вячеслав Григорьевич. Вячеслав Григорьевич. Здравствуйте, а вы? Почему здесь? Мы же должны, как бы, на работе вы должны работать. А ты, Сергеев, разве не должен? Мне вроде твое заявление об увольнении никто не передавал. Нет, мы просто с другом решили повидаться. Давно не виделись очень. Ну, вообще, я, конечно, уже собирался в офис, потому что мне надо работать. Ну что же, Генчик, Гендос, давай, я пошел, а ты тут расплатись, ладно? Я потом тебе на карту все скину. Ну, удачи во всем, везде. Ой, это же билет на фильм, который мы с Сашкой на первом свидании смотрели. А это камушек из Анапы. Лёшка тогда так медуз испугался. Ой, эх, столько воспоминаний. Таня, ты ключи искала? А, точно. Извини. Так. Ну, вроде все высыпало. Давай смотреть. Так, сейчас быстро рубашку мне купим и поедем. Я с тобой. Нет, не со мной. Просто. Тань, ты опять там сейчас все мерить начнешь. Саша! Я 3 минуты! Саш, а ты что так долго мусор выбрасывал? Тань, да, ребята, мы 72-й помогал вещи в машину загрузить. Хорошо, что еще мебель не перевозят, а одну только технику вытаскивали. Подожди, в 72-й женщина живет, и она на неделю уехала в Турцию. Тань, какая женщина, я тебя умоляю. Я же говорю, я только что ребятам. Звони в полицию! А ты... Да ну! Телефон, ну... телефон! Ай, Сергеев! Можно поаккуратнее, ну больно вообще-то. Тань, сейчас, аккуратно. Я, прости, просто поцеловать тебя в макушку хотел, а? Жвачку сначала выплевывать нужно. Хотел он. Сейчас, уже почти отходит. Доброе утро, Сашуль. Спасибо за цветы. Это так мило. А как вас радует любимый муж? Ты что делаешь? Снимаю сторис, чтобы все подумали, что ты у меня романтик. Держи букет. Сегодня у воспитателя Лёши день рождения. Надо будет их подарить. Тань, я устал уже. Ну ничего страшного, Сергеев. А не надо было Алёшкину аппликацию из пшёнки на открытом балконе сушить. Ну что ты начинаешь? Зато вон птички поели. Угу. Тебе за ними еще все отмывать. После серьезных сделок с папиными партнерами я, как обычно, спешил на свою основную работу менеджера. Приехали. Еще костюм этот переодевать. Может, назад пересядешь, там места больше? Да нет, я, знаешь, какой гибкий. Неделю с Таней на йогу ходил. Да я не могу их распечатать. Да нет, есть принтер, просто это билеты в музей эротики. А вдруг кто-нибудь из подчиненных увидит? О, слушай, нет, по-моему, уже ни в какой музей эротики идти не надо. У нас тут прямо на парковке в Роллс-Ройс с каким-то мажором загорелся. Блин, весь костюм мне своей задницей помял. Я перезвоню. Подожди. Дай поправлю. Нагнись. А я говорил, на заднем сиденье было бы удобней. Все, ладно, давай, пошел. Ничего не забыл? А? Ой.
Все, до вечера. Закончишь, набери. Да-да. Обязательно. Хорошо. Никогда бы про Сергеева такое не подумал. Но с фактами не поспоришь. Сергеев, ты, конечно, особенный, но на работу надо ходить вовремя. Саша, а? Нам нужно кое-что обсудить. Я знаю, куда ты бегаешь с работы. Я вообще не бегаю. Я же, в принципе, не спортивный. Саша, ну давай дурака из меня не делай, ладно? Духи, маникюр, на Роллс-Ройс тебя катают. Ты бы еще баннер повесил на здание. В общем, я все про тебя знаю. Да? Это плохо. Вячеслав Григорьевич, я, честно говоря, не хотел бы афишировать. И сами понимаете, как ребята отреагируют. Как минимум удивятся. Да вообще это все из-за проблем с отцом. Саша, давай без вот этих деталей. Мне это действительно не важно. Я как твой руководитель прошу тебя только об одном. Встречайся с этим своим большим другом не в рабочее время. Ты про Гену, что ли? Так он мне не друг, он мой бодигард. Так, Сергей, давай без вот этих подробностей. Мне это абсолютно все равно, как там вот у вас называется. Встречайтесь по вечерам. Да я в принципе... Не против, но я же сам не решаю. Мне говорят время, я прихожу, все. Знаешь, Саша, если он тебя действительно любит, то подстроится. В смысле любит? Вы что, решили, что мы геи? Я же... Фу, походу, комар ничего не знает. Ну и пусть лучше думает, что я гей. Хотя, блин, это же стрёмно. Серьезно? Комаров думает, что ты гей? Ты представляешь? Ты только... Он думает, что я Гену того. Скорее он тебя. Что? Что он меня? Ой, Сашка, ну может тебе показалось? Ну просто, ну какой из тебя гей? Они аккуратные, ухоженные, посуду за собой моют. Таня, остановись, я тебе серьезно говорю. У меня уже реальные проблемы на работе из-за этого. Комаров со мной за руку не здоровается. Саш, да пусть думает, что хочет. Ага. Может, зарплату тебе поднимет или вообще повысит. Сейчас же модно разноплановых ребят набирать. Так, Таня, ты вообще думаешь, что ты говоришь? Ну вот, пожалуйста. Комаров спрашивает, какой набор выбрать для жены. А скажи, левый, там спонжик есть. Не буду я ему ничего говорить. Так, вообще, я ложусь спать. И ты со мной. Ну-ка, быстро под одеяло. Саш, Комаров этого все равно не увидит. Мне все равно. Я с ним завтра разберусь. А с тобой сейчас. Ну-ка, иди сюда. Ой! Саш, подожди, подожди. Ну, от тебя еще ацетоном пахнет. Девушка! Девушка, девушка! Это, вы, кажется, из нашей группы, да? Да. А вы моего Лёшку не доведете до группы, а то я так на работу опаздываю. Да? Спасибо. Пойдем. Ага. Здравствуйте. Папа Лёша очень спешил и просил довезти. Все-таки увидел твой папа, что нам шкафчики новые привезли. Ладно. Подкараулим другого папу, чтоб собрал. Таня, что это? Ясно. Ну, тут все просто. Саша один ботинок надел, вспомнил, что забыл в спальне ключи. Допрыгал туда на одной ноге, обратно, видимо, сил прыгать уже не хватило. Подключил вторую. Таня, что это значит? Как ты его выиграл по репосту в магазине «Радость для дам», если такого магазина нет? Ну, это мы с тобой знаем, что такого магазина нет. А Сашка только обрадуется, когда узнает, что я это платье выиграла, а не купила. Кстати, надо пойти ценники срезать. Во!
Здрасте. Поговорить надо. Можем ко мне в кабинет подняться? Ну, давайте, в принципе, здесь. Ты думаешь, Саш Сергеев гей? Нет, я не думаю. Это вообще не мое дело. Вот и не думай. Он не гей. Понял? И это... Я тоже не гей. Понял? Понял. А хотите вообще я гей? Только отпустите, пожалуйста. Иди. Миша, ты что, фотоаппарат не взял? Нет. Так мы же просто погулять идем. Тогда подождите, я вернусь, каблуки переодену. Алло, здравствуйте. А курьер Юра на месте? Нет, другой не подойдет. Мне нравится, как доставляет именно Юра. Передайте, чтобы ко мне зашел. Ну как? Не, точно не из наших. Уверен? Может, он просто в офисе не нравится никто? Поэтому он не старается? Или как это у вас называется? Ну что тут сомневаться? Ну, 100% натурал. У него даже вон майка через рубашку просвечивает. Сань, ты не знаешь, чего Комаров к себе этого Юру педокурьера вызвал? Не знаю. Наверное, доставку важную обсуждает. Вон даже шторы закрыли. Я из-за него всю ночь не спал. Сам мне на утро поставил дедлайн по отчету и заперся с этим. Что ты удивляешься? Комар вообще в последнее время какой-то странный. В смысле? Ну, ничего конкретного сказать не могу, но вчера он весь день хвалил мою прическу и духи. А еще я заметил у него маникюр. Погоди, ты серьезно? Ты думаешь, Комар дельфин? Чего? Ну, с другого факультета. А. Да я не знаю. Мне, в принципе, все равно. Ты сам к нему приглядись. Просто это работе начинает мешать. Спасибо, Сань. А в некоторые вещи Леша максимум один раз пописал. Так что носите на здоровье. Тут только the best. А вот это вот все, я сейчас пойду и на мусорку выкину. Я в эти джинсы 2 года деньги складывал. Саня, блин, твои деньги, походу, только что в мусоровозе уехали. В каком нафиг мусоровозе? В каком? В синем 573. Вон, 573, давай, сворачивай. Сань, смотри, нашел. Да блин! Блин, ну нету! Да что делать-то? Алло! А? Ладоискатель, удовольствие продлевать будем? Да будем, будем! Самым опытным родителем в семье Лили и Миши была, конечно, Таня. Поэтому она всячески пыталась помочь новичкам. Кофточка байковая. Спереди застегивается очень удобно. Вот комбинезончик по новой технологии. Все швы наружу. Мы полгода носили неправильно. Думали, почему у нас Алеша постоянно чешется. Потом этикетку прочитали. Ой, нагрудничек. Ой, наверное, самая нужная вещь была, пока Алешка, так же, как папа, не научился ложкой орудовать. Ой. Танечка, спасибо тебе большое. Столько Лешиных вещей для Сашеньки. Мне, правда, даже как-то неудобно. Бери. Вот здесь все самое лучшее. А в некоторые вещи Леша максимум один раз пописал. Не переживай, я 2 раза все прокипятила и отгладила. Тут только натуральные ткани. Не полиняют, ребенка в радугу не перекрасит. Так, значит, бирки я срезала, чтобы не кололись. Так что носите на здоровье. Тут только the best.
Лиль, а мы же вроде хотели этого ребенка. Ну да, конечно. Ну, в этих вещах все будут думать, что не очень. Вещи как вещи, а что должна была ей сказать? Она мне их так рекламировала. Ну, естественно, рекламировала. Просто если бы ты их не взяла, ей пришлось бы эту сумку обратно тащить. Да нормальные вещи. Нашему ребенку без разницы, куда срыгивать. Лиль, точно. А давай его вообще в мусорные пакеты тогда заворачивать, а? Лиль, ну своему сыну я сам смогу нормальные вещи купить. Ну, раз ты такой самостоятельный, вот сам их Тане и возвращай. А еще найди того, кто вместо нее будет с нашим Сашей сидеть бесплатно. Ладно, ладно. С Таней ссориться не будем. Скажем ей большое спасибо. А вот это вот все я сейчас пойду и на мусорку выкину. Слушай, кстати, вот это вот ничего, да? Да, и вот... Да? Возьму объективы протирать. Тряпки просто закончились. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам с мужем маленькая просьба. Я понимаю, что это никак не контролируется, но можно потише по ночам. Ой, извините, пожалуйста. В такие моменты сложно себя сдерживать. Мы даже не знали, что соседям слышно, как мы этим занимаемся. Нет, к этому у меня претензий нет. Я про храп. Сань, звал? Костян, слушай, у меня завал, на проходной курьер ждет. Можешь быстренько сгонять? Ладно. Спасибо. Несу. О, спасибо, спасибо большое. Давай сюда. Сань, такое дело, мне будете сегодня часика 4. Кость, ты что, офигел, что ли? Ты мне, конечно, помог, но не настолько. Ну, я просто хотел зайти на сайт «Игрушки для самых взрослых», посмотреть, что можно заказать с артиклом 4673. 4 так в 4. Спасибо. Ты это видела? Да, это я поручила повесить. И зачем нам в туалете меню? Ну, просто те, кто заходит к нам только пописать, чтобы они посмотрели цены, узнали, что у нас недорого, и тоже заинтересовались. Да, Танюш, слушаю. Привет, ты еще на работе? Ну, пока, можно сказать, уже выезжаю. А что ты раньше не отпросился? Мы же договаривались. Не получилось. Ну, сказал бы, как обычно, что ведешь Алешку на секцию. Ты же для этого ее и придумал. Так значит, никакого дзюдо нет. Да нет, ну как же нет? Есть, просто, ну там, так, факультатив. Отработаешь. Все отработаешь. Поехали. Куда смотришь? А? Это я к тренировке готовлюсь, сижу. А пульс почему тогда 140? Переживаешь, что у него лосины порвутся? Чего мне переживать? Пойдем, пойдем, в углу тебя посажу. На стену смотреть не так волнительно. Татьяна, вот смотрите, я нашла две толстовки, какая-то из них Лешина. Ну, вот это наша. Спасибо. Не за что. Танюш, по-моему, та Лехина была. Да. Но это по качеству лучше. Да, опять одно и то же. Эх! Танюш, что случилось-то? Ты методику решила твою попробовать. Какую методику? Ну, с холодильником. Ты же его в день по 20 раз открываешь и пытаешься среди йогуртов сосиски найти.
Но вот я подумала, вдруг мне повезет, и я новую дубленку среди этих пуховиков откопаю. Хорошо, понял. В субботу поедем посмотрим. Саша, смотри, что я у Кати в сумке нашла. Сейчас она придет, надо будет с ней серьезно поговорить. Говорили, блин. Ничего, в следующий раз найду, обязательно с ней поговорю. Фу. Обязательно. У меня, как и у любого мужчины, был свой стабилизационный фонд. Деньги из которого тратились на то, что хочу я, а не мы. Я в ванной подупряжу. Мне сковородку с котлетами с собой забирать или тебя остановит то, что они пересчитаны? Не смешно, Таня. Остановит. Ну вот, Тань, а ты говоришь, мыть не надо. Теперь хоть что-то через них видно. Ну-ка, отошли от машины! Таня, вот представляешь, если бы сейчас не вышел, с дворниками на машине можно было бы попрощаться. Ты что там делаешь? Я? Я тут что? Спортом решил позаниматься. Ну, опа! Танюша, а где та зеленая сумка? Погоди, я стиральную машинку включила. Говори между полосканиями. Я говорю, где та зеленая сумка, Тань, с Лешкиными вещами? На балконе же стояла. Я Лиле с Мишей отдала, а что? Нельзя было говорить Тане о моих деньгах. Иначе это последний раз, когда я называю их моими. Да у меня тут это... Пуговица оторвалась. А у Лешки, кажется, похожая была. О. Я потом поищу. Алло, Миш, привет. Слушай, я тут узнал, что вам Лёшкины вещи передали. Вот звоню спросить, как новый хозяин, одобрил их? Да, конечно, отличные вещи. Сань, сам бы носил, честное слово. Очень хорошо. А вот эти джинсики с красной заплаткой, как вам, понравились? Сашка сейчас как раз в них. Ты не поверишь, они ему так нравятся. Снимаем, а он плакать начинает. Представляешь? Это такое дело. Слушай, ты, пожалуйста, пока Лилька не видит, вытащи из них деньги. Там в заднем кармане 1090 лежит. Ого, нормально ты Лехе на карманные расходы отстегиваешь. Миш, давай сейчас не смешно. Я в эти джинсы 2 года деньги складывал. Сань, ты что, сейчас серьезно, что ли? А если бы Таня их на помойку выбросила? Я что, Таньку не знаю? Это же the best. Ну да, это, Сань, я сейчас до Сашки сбегаю и заберу. Саня, блин, твои деньги, походу, только что в мусоровозе уехали. В каком нафиг мусоровозе? Да, в каком? В синем 573. Так, этот, давай, выезжай быстрее, я постараюсь его догнать. Давай. Сметану выбирай пожирнее и обязательно проверь срок годности. Рыбу красную, только если будет со скидкой. Теперь по мясу. Слушай, Танюха, ну погоди, а? Ну, может, ты сама сходишь? Так, ты на подлечиться пришел денег занять? Да. Ну вот, тебе все равно в магазин идти. Если все сделаешь, можешь на 100 рублей меньше вернуть. Так, теперь колбаса. Колбасу бери только в натуральной оболочке, без всяких красителей и е-консервантов. Мам, игра уже скачалась? А, да. Держи. Тут сразу 32 уровень открыт. Да, поэтому так долго качалась. А я пойду постираю. Привет. Таня, Саша дома? У меня там на кухне труба засорилась, надо прочистить.
Нет. А ты позвони в ЖЭК, пусть сантехника пришлют. А мне Саша сказал всегда ему говорить, никому не звонить, он починит. Так, а пойдем посмотрим на твою кухню. А ты что, сама все это умеешь делать? Нет, но есть у меня кое-какие подозрения. Потому что Сергеев даже у себя дома никогда ничего не делает. Вот. Гениально. Значит, понравились вещи. Сам бы носил, да? Саш, да если бы мы знали, что вы нам Лёшкины вещи сбагривать будете, мы бы девочку родили. Вон, 573, давай, сворачивай! Стой! Стой! Что надо? Здрасте. Мы сумку на мусорку выбросили, а вы ее забрали. Да. Ну, логично, так каждый день бывает. Только мы ее случайно выбросили. А можно мы сейчас быстренько в мусоровозе покопаемся? Прям быстро. Не, мужики, я под Ланасом катаюсь. Мне вообще останавливаться запрещено. И вообще тут с вами уже карьера рискую. Нам всего 5 минут, пожалуйста. Тут есть. Возьмите. Ну ладно, идите, копайтесь, археологи. Женщина, простите, извините. Прости, командир, видно, малой цепанул, пока по магазину катались. На, держи. Сейчас спит. Ничего, бывает. Алло. Алло, Танюх. Слушай, вашей блонде, ну, которая родила, детская коляска не нужна? Не знаю, а что? Да, просто, ну, так, одному корешу подарили целых 2. Ну, практически новые, из магазина выкатили. Новые? Ну, да. Да, да всего 16 штук, да, дает. Ну, давай я узнаю и перезвоню. Ну, хорошо, жду, ладно. Саша, салат с опятами. О, в холодильнике. Саша, салат в холодильнике. Вон там, в углу, посмотри, вон зеленая. Да я смотрел уже, это пуховик. Там даже сотку никто случайно не оставил. Сань, а что будем делать, если деньги не найдем? Ничего, вон тот торшер с собой возьмем, чтобы пустыми не уходить. Рой давай глубже, ты же их выкинул. Алло! А? Ладоискатель, удовольствие продлевать будем? Да будем, будем. Нет, 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 я нашел, Сань. Сань, смотри, нашел. Она? Да, да, она, черт побери. Спасибо. Нашли, нашли. Поздравляю. Спасибо, правда. Удачи. Давай это вон туда, на свет. Вот, наверху, сердечком. Ну-ка. Что-то нет. Здесь же были. Может, вывалились? Да блин! Блин, ну нету! Да что делать-то? Деньги в банке хранить. Поехали. Привет. А вы что, не на лифте, а по мусоропроводу поднимались? Это все Лиля с Мишкой виноваты. Они Лёшкины вещи выбросили, пришлось за ними в мусоровоз лезть. Да? Так а может, ты Танечке расскажешь, что это они тебе так загорелись? Может, кто-то от жены деньги прячет, а? Так, что ты орёшь? Лёшка спит. Ты даже не слушай его. У меня, конечно, в основном вещи были важны. Ну, там у меня было 1005. 92 500.
Я их переложила, когда Лили вещи готовила. Фух. Хорошо, что нашлись. Больше переживать не надо. Так, ребят, я бы у вас какую-нибудь футболку перехватил и поехал уже. Стоять. Я не поняла, почему наши вещи выбросили? Да, да! Танечка, да там, понимаешь, вещи-то уже, ну, если честно, так себе были. Чего? Я вам лучше отдала, да я их полночи стирала и наглаживала. Тань, я вот Лиле то же самое говорю, какая разница, на что ребенку срыгивать? Она вот, давай его еще просто в мусорные пакеты заворачивать будем. Пару вещей взяла на тряпки, а остальное приказала выбросить. Ладно, потом поговорим. Так, давайте, один в душ, второй на балкон. Зачем на балкон-то? Деньги прятать будем. Проветриваться будешь, а то ужас какой-то, давай. Слушай, а Сашкины вещи тебе идут. Сразу видно, модный фотограф. Модный. И размеры, и стиль, и вороны подлетать не будут. Ой, на, держи. И карманы проверь, чтобы больше по мусоркам лазить не пришлось. Ладно, я пойду Лилю будить. Главное, чтобы у нее молоко не пропало, когда она меня в этом увидит. Деньги на такси возьми, чтобы тебя в полицию не забрали. Ну или в цирк. Спасибо, Таня. Я пойду. Пока. Пока. Танечка, знаешь, что я сейчас подумал, пока отмывался? Мы теперь всегда с тобой будем завязывать мусорные пакеты. Жаль, что ты сегодня только в душе начал думать. Слушай, еще ты куда мои денежки положила, а? Почему твои? Я их у Алёши нашла, значит, они его. На репетиторов, на секции разные. Алёшке не дофига будет секций разных. Или ты вообще не хочешь, чтобы он дома появлялся? Ничего, походит. Может, нормальным будет. Не будет деньги от жены прятать. Ну, ладно. А я все равно на него откладывал. Mm-hmm. Поэтому и прятал. Да. Все, давай спать. Танечка, иди сюда. А? Саш, ну не надо. Ну чего ты, я же извинился уже, а? Ну, я не поэтому. Просто тебя все еще пахнет. Ты иди, наверное, еще раз в душ сходи, а я тебя на диване постелю. И знаешь что, и диван прям вот поближе к окну придвинь. Танюш, а где моя белая рубашка в синюю полоску? Она в стирке. А голубая? На плечиках, смотри внимательней. Так это значит, ты на мою машину презервативы с водой скидываешь? То что, простите? Когда я сюда паркуюсь, на мою тачку кто-то капитошек бросает. Какие? Заразы! Блин! Да что ж ты раньше не предупредил, что за это место кто-то воюет? Если бы не опаздывал на работу, нашел бы этого урода. Ладно, извини. Что уж тут? Танюш, ну отлично сработано. Теперь этот олень парковаться здесь не будет и на нас не подумает. Кстати, воды могло бы поменьше налить, а? Давай. Извините, пожалуйста, я за мужчиной занимала. Он такой неопрятный. У него кепка выгоревшая была. И куртка кожаная старая с дыркой на плече. Не знаете, он зашел уже? Нет еще. Это я. В гардероб отходил, куртку и кепку сдавал, а то жарко. Ой, извините. Что ж, очень жаль, что Алеша заболел. Да. Океанариум – это, конечно, здорово, интересно. Но с ветрянкой лучше не рисковать. Прям пятна по всему телу. Еще заразит, не дай бог, кого-нибудь. Правильно, пусть отлежится. Надеюсь, это не разовая щедрость наших депутатов. И бесплатные экскурсии станут постоянными для наших ребятишек. Бесплатные?
Ой, а вы знаете, нам еще результаты анализов не выдали. А может, там и не... Слушать надо было. Экскурсия бесплатная. Саш, у нас по всему этажу канализации тянет. Ты не за... А у тебя в кабинете сильнее всего. Может, у тебя где-то труба подтекает? Давай посмотрим. Не надо, я сам все посмотрю, сам. Точно? Точно. У меня сейчас работы вообще нет, так что я сам. В смысле, я проверяю то, что уже сделал, а потом посмотрю. Ну ладно. Сильвестр Андреевичу изменяет. Как? Как? Понятно. А с кем, не знаю. И Ева Александровна всегда сама отвозит заказ. Наверное, важный клиент этот Виталий Юрин. Добрый день. Доставку из кафе «Милана» заказывали? Всего 2 месяца прошло, а Ева уже изменяет. Еще и продумала все. Сама заказы принимала, сама их доставляла. Еще и на машину доставки пересела. Так, как мы туда попадем? Я открою. Уходите отсюда, это вообще не ваше дело. Ну, конечно, мы же так зашли. Удачи пожелать, так сказать, хорошего секса, а?